не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Звук «Г» у владельца этого имени не создает сложности восприятия имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Они решительно и упорно стремятся к намеченным целям, проявляя при этом завидную твердость характера и несгибаемую волю. Партнерам этой личности стоит учитывать также, что люди, управляемые Венерой, не выносят разногласий. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание. Проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнеров, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Люди с этим именем редко делают ставку только на свою внешнюю привлекательность. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.